Элегантное платье из трикотажа с отделкой кружевом уже классика моды. Сшить такое можно за пару часов. Сделаем полуприлегающий силуэт, немного раскрешенный к низу. Небольшие цельнокройные рукавчики, теплый воротник-стоечку и украсим полочку кружевом. Понадобится всего 1 метр 15 сантиметров полушерстяного трикотажа шириной 1 метр 60 сантиметров. Простой фасон платья обыграем цветом двухстороннего трикотажа. Полочку сделаем малиновой, а спинку черной. Кружево тоже возьмем черное. Сразу от трикотажа отрезаем полоску шириной 10 сантиметров. Это будет потом воротник. Складываем ткань для основы в 4 слоя. И снимаем мерки. Высоту полочки до уровня груди и бедер. И обхваты. Тоже груди и бедер. Раскроить платье – дело 5 минут. Для этого от верхнего края отмечаем высоту полочки до груди. Ставим метку. Дальше отмечаем высоту полочки до линии бедер. Теперь на этих же уровнях, соответственно, откладываем четверти мерок бедер плюс 7 сантиметров и четверть мерки обхвата груди плюс 3 сантиметра. Тоже ставим метки и проводим линию бока. В углу рисуем горловину шириной 10 сантиметров. Под небольшим наклоном проводим плечико и добавляем сам рукав. Угол закругляем. Лишнее отрезаем, оставляя припуски на швы. Посередине полочки раскладываем кружево, скалываем и пришиваем. Соединяем плечевые и боковые швы на машинке. И обрабатываем края на верлоке. Теперь кроим воротник. Измеряем обхват горловины и отрезаем полоску нужной длины. Складываем ее пополам и прошиваем. Крепим воротник к основе. Обновку можно примерять. Это женственное платье настолько самодостаточно, что про украшения можно и не думать. Кстати, на всю красоту потратили всего 1500 рублей. Ольга Никишичева, Ильнур Валиахметов, Первый канал.